Каждый человек сам выбирает свой жизненный путь. И тем не менее, задача взрослых – объяснить подрастающему поколению, что является самым ценным. Те же, кто употребляет спайс, совсем не задумываются об этом. В итоге погибают сами, делают несчастными своих родителей. Нам надо создать среду, в которой не будет потребителя. А для того, чтобы ее создать, надо, чтобы каждый из вас проникся этим. Чтобы каждый из вас сам этого никогда не делал. И каждому рассказал, он сказал, ты знаешь, это смерть. Смотри, сколько случаев таких. Глава города рассказывает студентам о том, какую работу проводит служба профилактики наркомании. Но еще и еще раз объясняет, что молодежь сама должна решить для себя, что важнее, жизнь или смерть. Ну и знать, что такой спайс просто необходимо на сегодня всем. Это синтетический каннабиоид. Он в первую очередь опасен тем, что он легко вызывает привыкание и обладает многими побочными эффектами, которые могут крайне отрицательно сказаться на личности, особенно если это употребляет молодой человек. Это не модно. Моден сейчас спорт, моден здоровый образ жизни. И пытаются это донести до, так скажем, младших окружающих своих. То есть мы ходим, проводим лекции по школам, мы участвуем в мероприятиях всевозможных. То есть это и пропаганды, которые на общем усмотрении проходят, акции все различные. И это очень важно, когда сами студенты берут под свой контроль ребят помладше. Таких студенческих инициатив в городе должно быть как можно больше, отметил глава курорта. Тогда и спайс можно победить, да и жить гораздо интереснее. Елена Овсецна, Борис Косин, телекомпания ФКТ.